молодым всем показать, не станите, начинайте работать, что вы делаете? Такая интересная, красивая жизнь, вы так ее прожигаете. Я, который дал там это, по Алтайской правде-то, где эти книги, в каких государствах. А вот прочитайте предисловие. Сорок лет собирался материал, а я его отдаю даром. Почему? Ответ один. Мой народ, моя страна. Другой не будет. Теперь вот посмотрите, пожалуйста, благословение. Два епископа. Барнаульский, Алтайский и Евтихий. Далее. Учитывая, что мы относимся так благоговейно к библиотеке, мы отдаем вот что специально издали. Вот, мы хотим оставить вам, и кто приходит, каждому давать в руки. Тем более, они сразу заходят на сайт, находят. Это ваши постоянные клиенты после этого. Как только человек не положите, оно уже здесь. Видите, как здесь призыв посещать библиотеку. Это мы издали. Да сколько на буклеты, знаете, 16 тысяч отдали. Я просто немножко представление же каждый, кто работает в библиотеке имеет. Так, мы все сделали, мы уезжаем. Впереди Славгород. Ночуем в лесополосах. Дай это мы второй здоровья. Месяц идем. Представьте, от Байкала мы прошли низом до Москвы и через Москву вернулись северным путем, прошли юг этого Кузбасса и сейчас защищаем весь Алтайский край. Там только большие города, здесь районные. А в своем районе, я даже в селах, которые есть, даже не районные. Мой народ, моя земля. Патриарх Алексей II сказал, говорит, отучили молиться, отучили трудиться. В этом корень. Я вот начальник, он знает, детского лагеря 40 лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей поднято. Давайте в каждом себе образуем. Детская беспризорность исчезнет навсегда. Мне не надо рассказывать. 17 тысяч сел исчезло с лица земли. Депутат Государственной Думы, она государственная, местного законодательного собрания, Нина Данила от КПРФ. Она говорит, потеря села – это не то, чтобы из реестра края вычеркнуть. Это потеря территории государства. Мы не понимаем, пустая земля не будет. Тут будут китайцы, тут будут узбеки. Мы взяли конкретную землю. Его сын там, фермер главный, где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать, ни материться. Я в краевой администрации сказал эти условия. Я говорю, так у нас тут ни одного нет, кто поселится. Мы берем статистики, говорит, один матерится, другой курит. А это мечта государей любых, или таких граждан. И это все в фотографиях показано. Это все здесь, политика, экономика, социология, все абсолютно вы найдете на основании Слова Божия. Как нам жить, как сохранить себя, как правильно финансово пользоваться. Такой труд просто... Ну это сегодня все понимают. Но я объясняю, что сам я делал, но это невозможно. Ну, просто к слову сказать, иногда ровщик в армии берут полтора года, но я служил в охоте 4 года. И за время службы я учил английский, немецкий, французский, все политические системы мира. В один год находится 3467 моих секторей. 3-4 часа спит. Ну, я 2,5 часа уходил на службу, когда работал. Это за 8 лет. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. И есть что показать. Это все в интернете. Трудоголик. Когда вы найдете, я себе это не присваиваю, это Бог сделал. Я смотрю свои стихи, они настолько выше моего умозрения, мне никогда не составят это. Так, мы уходим, потому что весьма и весьма спешим. Я вам даю документ один. Да, давайте. Пожалуйста. Да. Минуточку. Поехали хоть чаю. Поставить. Еще только это отдельно у меня в конце самого. Печать, фамилию расшифровать, число и все. Как только я положу это в папку свою, вы делаете с полновластным хозяином. Перепишите их. Флешку, у меня на флешке есть записано. Я перепишу. Так, здесь, сейчас. Может быть, знаешь, какие-то бабушки, которые не видят. Так, уходим, забирайся.